Из Сургута на сборный пункт Ханты-Мансийска отправилась очередная партия желающих проходить службу по контракту. В числе изъявивших инициативу вступить в ряды вооруженных сил России иностранные граждане из Молдовы и Таджикистана. Ограничений для прохождения военной службы у людей без российского гражданства нет. Они имеют права на все льготы и выплаты. Кроме того, после завершения контракта смогут подать документы на получение российского паспорта в упрощенном порядке. Иностранным гражданам предоставляются такие же полностью гарантии, как военнослужащим, всем, как региональные, так и гарантии Министерства обороны выплаты. И также их семьям все льготы предоставляются. Сургутские предприниматели дарят всем подписавшим контракт в городе Сургуте усиленный тактический шлем и армейскую аптечку удобной комплектации. Кроме того, несмотря на статус иностранных граждан, контрактники имеют не только равные условия службы, но и по ее окончанию получают статус ветеранов боевых действий. Для многих жителей Молдовы и Таджикистана Сургут и Югра уже стали второй родиной. С нашим городом их связывает многое. У кого-то здесь семья, у других – близкие друзья. Здесь друзей очень много, разных друзей. Я думаю, каждый человек должен отдавать долг родине.